Памятная доска появилась на здании детской школы искусств. Именно там когда-то учился будущий великий певец. Вышний волочок Муслима Магомаева из родного Баку перевезла мать, актриса Вышневолоцкого драматического театра. Тогда ему было 9 лет. Будущий всемирно известный артист учился в местной музыкальной школе по классу фортепиано. От своих сверстников он отличался культурой поведения, был вежливым, добропорядочным и обходительным. Так сегодня о Муслиме Магомаеве отзываются его одноклассники по музыкальной школе. Я его никак забыть не могу, потому что это моя юность, моя молодость. И всегда очень приятно, когда я слушаю его музыку, я вспоминаю его такой, какой он был. Это был человек с большой буквы. В своей автобиографичной книге спустя несколько десятков лет Муслим Магомаев будет вспоминать о времени, проведенном в Волочке. Он написал, что навсегда полюбил этот неброский, уютный русский городок, его простых, доверчивых людей. Здесь он впервые узнал, что такое русская душа. Он прославил в своем творчестве не только Россию, которую считал своей матерью, но и родной Азербайджан, страну, которая для него была отцом. На открытии памятной доски в честь великого музыканта прибыла делегация азербайджанцев. В числе почетных гостей заслуженный строитель России, член Общественной палаты, кавалер Ордена Дружбы Сардар Абдуллаев и председатель Совета старейшин Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России Аббас Аббасов. Где есть национальное согласие, там есть всегда хлеб, там есть всегда соль, там есть всегда добро и есть любовь. Я хотел бы выразить благодарность руководству города, руководству Тверской области за такую активную позицию сближать культуру двух народов, русского народа и азербайджанского народа. Средства на установку мемориальной доски собрала Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев в России. Выдающегося певца и его светлые и проникновенные песни до сих пор помнят и любят люди из разных стран и республик. Теперь светлая память о музыканте Муслиме Магомаеве и его произведения навсегда останутся в сердцах вышневолочан. Моя мелодия, я твой преданный артист. Ничто нами пройдены, помнят свет нежности твоей. Елена Михайлова, РЕН-ТВ «Пилот».